Акафист – это песнопение. Акафист в древнегреческом языке переводился «неседальное пение». Песня Богу, которую нельзя петь сидя. Это благодарственная молитва. Ее всегда поют стоя, как гимн. Когда народ собирается, и они поют песню о Боге. И Богу, и другим святым людям. Раньше акафисты были только Богородице, Господу и ангелам, а теперь и святым. В акафисте входит 25 песен. Икосы и кандаки. Первый акафист был Божьей Матери. Он называется великим, потому что был первым. Его написали в 626 году. Песня церковная, она праздничная, вот. Ее поют всегда стоя, ее батюшка поет, вот. Всегда заканчивая словом «Аллилуйя».